Я сейчас нахожусь на избирательном участке номер 1306, расположенном в 5-й Видновской школе. Двери здесь, как и по всей стране, открылись в 8 утра. Сейчас 10, и на текущий момент проголосовало порядка 45 человек. На участке зарегистрировано порядка 1800 человек. Адреса — это улица Советская, дом 2, 2А, 4, 6, 10, 12, 14 дом, 18 дом, 48 дом. Открепилось у нас по заявлениям порядка 35 человек, прикрепление около 9. Кроме того, на текущий момент 9 избирателей этого участка по состоянию здоровья подали заявки на голосование на дому. Довольно-таки активная явка. Если вот считать, что пятница – рабочий день, это первый день голосования, народ приходит не очень много. И с учетом того, что в воскресенье – третий день, явка будет побольше, то проголосует достаточно большее количество людей. Среди голосующих – люди средних лет, много пенсионеров, которые традиционно активны на выборах. Человек ждет, конечно, лучшего изменений, лучшую сторону. Пенсия самое насущное для меня. Мы граждане одной страны. От нас зависит хоть немножечко чего-то. В целом обстановка спокойная, рабочая. На участке присутствуют 4 наблюдателя. За правопорядком наблюдает полицейский. И весь процесс происходит с соблюдением всех санитарных норм. Избирателям обязательно выдаются маски, перчатки и замеряется температура. Трехдневные выборы проводятся в нашей стране впервые. Единым днем голосования считается воскресенье, 19 сентября, а пятница и суббота – дополнительными днями. Двери избирательных участков открыты с 8 утра до 8 вечера. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.